Мене цікавить ця анексія, аншлюс Білорусі Росією. А як він потім виглядатиме в результаті, якщо ми говоримо там перемога України? І це ми розуміємо, що на певних відносинах Лукашенко-Путін ще будується, ну не просто ж саме. Тут особисті зв'язки, вони надважливі, як вони впливають? Ну, смотрите, тут все зависит от того, когда мы закончим победу войной, значит, войну этой победой, и какой это будет победа. Один вариант – это мы просто выгоним расистов из территории нашей страны до, по границам 91-го года, и это один вариант. Другой вариант – это тот, который предлагают многие политики и люди, которые занимаются безопасностью. Нужно просто раз и навсегда покончить с расистским злом и завоевать и привести к тому, чтобы Россия, Российская империя, нацистская в нынешнем ее состоянии никогда больше не существовала. Если, не дай бог, случится так, что мы вот только остановимся на границах 91-го года, безусловно, это будет победой, но для расистов там 15-20 лет и опять-таки, может быть, даже меньше, и они пойдут опять в атаку. И Путин для того, чтобы отбить у людей как бы представление о том, что они проиграли в войне, конечно же, будет склонен взять в качестве утешительного приза Беларусь. И здесь ему, как ни парадоксально, Лукашенко уж точно не нужен. И Лукашенко это понимает, потому что он последние эти вот 20 лет путинской власти очень активно сопротивлялся. Вот, и потому что в конце 90-х, напомню, он сам хотел стать президентом этого объединенного государства. Он готов был обменять суверенитет Беларуси на президентский пост, но тогда Путин и ФСБ сбили ему все карты. Сегодня для того, чтобы Путин, вот он, Путин, наверное, и многие кремлевоиды, кремляди понимают, что с Украиной они точно ничего не сделают. Они только могут немножко протянуть вот с войной. А вот Беларусь, она готова в том плане, что количество российских шпионов, российских агентов влияния, российские банки, российская энергетика, 70% российского, белорусского экспорта – это Россия. Поэтому, по сути дела, уже все готово к тому, чтобы эта вот территория, которую сегодня контролирует Лукашенко, была передана официально в подуправление России, и ею будет назначен там командовать какой-то другой уже генерал-губернатор. К сожалению, вот такое развитие события – это сохранение и усиление угрозы как для Украины, так и для всей Европы. Поэтому в наших интересах не допустить после того, как мы закончим победой нашу войну на территории Украины, безусловно, надо будет придумывать вместе с нашими партнерами стратегию нейтрализации угрозы со стороны Белоруссии и, по сути дела, начинать борьбу, войну и конфликт за то, чтобы эта территория была по меньшей мере нейтрально от влияния Кремля, тем более от захвата и перехода в состав Российской Федерации.